Дорожные инспекторы разыскали героя скандального видео, которое обсуждали красноярцы. На кадрах водитель «Газели» врезается в припаркованную синюю иномарку, чуть не сбивает ребенка и уезжает с места ДТП. Сегодня водитель был задержан и сразу отправлен в суд. Приговор – лишение прав на 2 года. На допросе в полку ДПС правонарушитель рассказал, почему он уехал с места происшествия. Что допустили столкновение с автомобилем «Шкода Рапид», вы не почувствовали, да, не поняли? А что на забор наехали, вы поняли? Нет, я там постоянно паркую, может быть, задел, говорю. Я машину парковал, там машина стояла, она отъехала, я хотел, среди машины стояла, мне мешало, я маленько назад сдавать.